Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Михаила, и сегодня у нас, скажем так, предновогодний роллинг. Хотел он сделать подарок для своей дочери старшей. Ну, посмотрим, повезет, не повезет. Epsilon 31, вот такой вот у него ник, находится в гильдии Magic People, босс 4, 2030, факела 2044, 2050, заканчивается пропуск Back and Kick. Вот так вот, первые, вторые места, кидайте заявочки, вступайте. Так, ну поехали, посмотрим на бездонатный аккаунт, 36к, хотя я беру от 40, но я ему давно уже обещал. Сейчас посмотрим, чего у него не хватает. Так, Bigfoot, Tessa, Anubis, Командора, Ледяной, Рибит. Ну, блин, большинство героев есть для такой силы, в принципе, неплохо. Так, Фрейка тоже бегает, поехали посмотрим. Алтарь. Ара, отлично. Так, ну по талантам неплохо. Стрелок, СО, Водушка. Фрейка для бездоната... Очень круто. Ну, да, неплохо, пятерки есть. Хватает. Окей, поехали. Будем пробовать. Тык. Тык. Ничего себе. Уже удачно, вроде как. Асурик. Асурик у него есть. Я что-то провтыкал. Ладно, поехали. Так, смерть. Часть коллекционеров уже практически собрали. Бульдозер. Ну, это не то, что ему надо. И вот все просто... Я не знаю, дочка там будет плясать, ну, Ледяной Феникс, поздравляю, блин. Вообще, за копейки, по сути, 7к у тебя уже есть самый имбовый герой на сегодня. Ну, конечно, не самый там имбовый, для бездоната это самый крутой герой. Я скажу честно, Фрея даже не столько радует, сколько этот герой. Поехали дальше. Так, РТшка. Стрелок, вот так вот, и заклинательница, ну поехали посмотрим, ну стрелок вроде есть, заклинательница, вроде тоже недостающая, не, заклинательница есть, и стрелок есть, ну неплохо, так, ладно, пора разбавить этот рандомчик и выбить что-то новое. Фух, надеюсь, доца будет довольная. Сейчас мы тут их раздадим. Так. Так, 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 так. Окей, поехали дальше. Варлок, Лео, Бульдозер, Дракула что-то одно и то же сыпет. Так, одержимый. Опять стрелок, да что это такое? Жестко падает, конечно. Череп. Ну. Ой, жесть, ребят. Три стрелка за 25к. Ну, как вам такое? Это просто как-то, ну... И плюс Ледяной Феникс. Жестко. Очень жестко падает какой-то аккаунт заколдованный. Офигеть.
Так, затащили красавчики. Ух, миссию, короче, мы свою выполнили. Почти. Но я думаю, слизни вряд ли мы соберем. Паладин Яара, неплохо. Это просто пипец. Ну чё, поздравляю, у тебя есть еще один ледяной феникс. Не знаю, что ты с ним будешь делать, но я бы, честно говоря, его на кгшки не пускал. Копил бы все-таки кгшки, его просто оставил. Возможно, где-то с талантиком другим надо будет. Просто жесть, ребят. Это просто жесть. 36к и такие герои. Это просто офигеть. Три стрелка и два ледяных. Я не знаю, без донатом реально прет. Так, let's go. Триант. Кенди. Опять Ара. Да уж. Разобрали нас. Ну ничего, скоро будет ледяной феникс. Капитан Дрейк. Ух, все, миссию свою выполнили. Ну, видите, слизни вообще. Ну, самое главное, что у нас упало. Даже сердцеедка не упала. Два ледяных феникса. Это просто жесть. За 36к, блин, я себе за 300 еле выбил, а тут... Как вы это назовете? Ну это просто пипец. Офигеть. Офигенная птичка. Такс, кого мы там еще ему не хватало? Да, по-моему, только одного его и выпили, если я не ошибаюсь. Ну, это жесть. Так, где там он у нас? Где-то ледяха. Сейчас попробуем еще ему нарулить, если получится. Давайте пару карт. Утекание. Так, мохнатка у него есть или нет? По-моему, если я не ошибаюсь, была. Или нет? Да, есть. Блин, ну тут каменку, ну я не знаю, я бы, наверное, оставил утекаху для мохнатки. Так, это мы не можем забрать. Ладно, он потом заберет. Давайте так вот сделаем. Просто обалденнейший герой. Ну что, поехали. Хоть раз его запустим. Смотрите, супер. То чувство, когда Фрая 6 секунд не может тут никого убить. Точнее, его слить. Фух. Ну что, стрелки, в принципе, у него есть. Я надеюсь, он ледяного не использует. Такой, ребят, вот роллинг. Как видите, кому-то везет, кому-то не везет. На донатных не прет. На бездонатах, к счастью, начало просто сыпать. И это радует, что без донатов есть возможность получить офигенных героев. У донатов тоже есть просто другое количество самоцветов. Надо на это потратить. Ну что, поздравляю. Надеюсь,
Ты и дочка будете довольны. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.